Всем привет на моем канале. Вы уже видели эту приставочку X96 Mini. У меня на канале есть обзор настройка этой приставки на стандартной версии прошивки, стандартном андроиде, который здесь 7.1.2 стоит, по-моему, из коробки. А вот так она выглядит. Я думаю, всем нам уже давно известная приставочка. Конкретно этот вариант у меня 2 на 16, меньше брать не рекомендую, и это тупит, и в принципе меньше некуда больше, 1 на 8 это просто, я не знаю зачем его брать. Если кому интересно, посмотрите обзор, посмотрите установку приложений, настройку вот на стандартной версии вот этой вот прошивочки, которая здесь стоит. В этом же видео мы будем ее прошивать с помощью USB порта, который находится здесь. USB порт и USB кабель, USB папа, который мы в этом видео также сделаем, потому что у меня также его нет, и делается он из подручных средств, скажем так, из старых зарядок, например, либо из старых кабелей от зарядок. В общем, сложности в этом тоже нет, мы его сейчас будем делать. В стандартной версии прошивки мы имеем вот такое вот меню, всем давно известное, всем понятное, но в принципе не особо удобное для использования с голосовым пультом и в частности с обычным родным пультом, вот таким вот, который идет в комплекте. Бывает неудобно. Здесь, конечно, можно включить и эмулятор мыши вот этой кнопкой, получить курсорчик и пытаться управлять, но это не совсем удобно. Есть несколько версий прошивок на X96 Mini. Они лежат на FOPDA. Я буду шить под ATV, под Android TV. Можно также прошить просто под 9-ю версию. Сейчас я покажу вам изначально, что здесь стоит, потому что сразу вам скажу, шьете вы на свой страх и риск. Можно окирпичить. В принципе, также можно и восстановить ее потом. А информацию об устройстве. Версия 7.1.2 X96 Mini. В общем-то, можно как окирпичить эту приставку, так, в принципе, потом ее восстановить с помощью разъема AV, в который вставляется потом спичка. Нажимаете Reset и заливаете родной, обязательно родной, только лишь дамп. Дамп, конечно, желательно слить вначале. Как это сделать, я также покажу. Наверное, дальше я подключусь к компу. Сейчас сделаем USB на USB кабель, потом подключимся к компьютеру и будем пробовать скачивать, прошивать, находить эту прошивочку на этот X96 Mini. В идеале разобрать, посмотреть, какой чип, но я этого делать не буду, я сразу буду шить ее и посмотрим результат. Делаю это впервой, во всяком случае, на приставках. Тюнера я прошивал различные за свои там 14 лет стажа. Я прошивал массу различных тюнеров и через USB порт, и через компорт, по-всякому, и через различные переходники. Поэтому, я думаю, проблем с этим у меня не возникнет. Но все же скажу сразу, что делаю это в первый раз. В общем, будем шить. Ну, стандартное меню больше показывать не буду. Если интересно, зайдите, посмотрите видео. Стандартное меню, я думаю, всем вам известно. Потом уже посмотрим, что нам дает прошивка ATV Experience. Поехали. Итак, как изготовить кабель? В идеале, конечно, иметь прибор, тестер для прозвонки, но в принципе, если у вас нет, то можно и так. Смотрите, вот этот кусок я отрезал, по-моему, от старой мышки, или вот этот вот от старой USB мыши, а вот этот от какого-то еще устройства USB. И в принципе, что я сделал, здесь я уже вот таким вот образом их спаял, точнее пока соединил просто. Распиновку, если вы не знаете, лучше рекомендую вам посмотреть в интернете. Но, как правило, здесь зеленый к зеленому, либо это вот в моем случае это зеленый с белым к зеленому, белый белый, красный красный, черный черный, либо в моем случае это синий и такой серый. Но опять же повторюсь, USB кабеля эти у меня из разных времен. Одни, наверное, там вообще из 2000-х начала, один кусок вот этот вот. Этот, скорее всего, там где-то 2010 года, где-то вот таких вот времен, но, наверное, это не суть важно. Итак, после того, вот, как мы смотали вот таким вот образом, это простейший способ. Ничего здесь не паял, вот смотал примерно по цветам. И теперь в идеале проверить контакты. Смотрите, прикладываем их вот так вот друг к другу. Вон там есть 4 контакта. Стоит, конечно же, проверить, чтобы уже наверняка это все работало. У меня, как видим, здесь напутано, потому что первый контакт не совсем правильно подключен.
Вот он звонится со вторым с другой стороны. Я примерно догадываюсь, в чем тут проблема. По идее, вот этот вот зеленый. В моем случае должен быть с белым. Если же у вас более-менее свежие вот эти кусочки, которые вы отрезали, то я думаю, проблем не будет, вы все по цветам соедините, и даже вот не придется таким вот образом экспериментировать. Так, теперь проверим еще раз. Так, давайте поменяем методику, будем касаться вот здесь проводочков. А проверять будем на контактах, чтобы они совпадали, каждый со своим. Так, вот видим, третий звонится здесь. И будем пробовать третий на этом. Также третий, отлично. Берем теперь синий. Синий у нас первый. И первый здесь. Отлично. Тоже совпадает. Красный либо оранжевый. Последний. Последний. И остался у нас такой вот зелено-белый. По идее, должен быть вторым. Есть такое. И здесь, как видим, тоже он второй. Все, отлично. Вот теперь правильно. Вот такой вот у меня получился нестандартная какая-то штука. Теперь нужно заизолировать. На всякий случай, конечно же, изолентой. И сейчас проверим его работоспособность. Вот такой кусочек кабеля у меня вышел. Запускаем установщик. Выбираем язык. Вот здесь он английский только лишь и китайский. Next, next. Сделаем иконочку, ставим галочку здесь, чтобы иконка была на рабочем столе. Инсталируем приложение. Далее. Готово. И финиш. И второе, что нам понадобится, это имидж, прошивка от ATV для этой приставки. Прошивку мы скачали также. Так, мы распаковали прошивку, установили программу для прошивки. И здесь важная деталь. Мало кто сообщает об этом, но для того, чтобы приставка была обнаружена USB-портом, его нужно подключать в белый порт, обязательно не в черный, а в белый. Вот сюда вот. И нам понадобится еще спичка для того, чтобы нажать вот такую вот кнопочку, которая расположена здесь в разъеме AV. Можете попробовать. Есть щелчок. Здесь есть внутри кнопочка Reset. В IR для подключения светодиода и для подключения выносного ЭКО-приемника здесь такой кнопочки нет. Соответственно, нам нужно будет ее нажать, подготовим спичку. И самое важное, когда вы подключаете к компьютеру, у вас компьютер должен обнаружить новое устройство. Подключаем. И, соответственно, издать вот такой вот звук. Запускаем приложение на компьютере. Вот она у меня запущена. Файл. Выбираем файл прошивки. Теперь нам следует зажать AV-разъем. Нажимаем. И подключаем теперь уже с зажатым разъемом. Все. Теперь мы видим, что хаб 1.1 подключен. И у вас светится вот такой вот индикатор на приставке. Далее просто жмем старт. И самое важное в этом процессе — не отключать приставку и не производить больше никаких действий, иначе приставка ваша может более не запуститься, и на этом закончится ваша прошивка. Вам придется искать дамп и обновлять с помощью стоковой прошивки, а потом уже возвращаться к прошивке какой-либо другой версии. Потому что если вы будете обновляться на неофициальной прошивке, у вас ничего не получится до тех пор, пока вы не вернете стоковую прошивку на вашу приставку и не запустите ее.
процесс вот идет 18%. Ждем окончания этого процесса и будем проверять, что же у нас получилось в итоге. Видим, что прошивка завершилась. Будем отключать ее. Жмем кнопочку стоп и подключаем к телевизору для того, чтобы проверить. Теперь отключаем приставку. Чтобы вам показать все это, как это работает и реально ли это все подключить. Смотрите, у меня многие задают вопросы, как я снимаю видео на ноутбуке. Вот приставка, которую мы прошивали. Вот карта захвата. Обзор этой карты есть. Вот она подключена. Обзор этой карты захвата есть у меня на канале. Смотрите, я ее заказывал на AliExpress, стоит она сущие копейки, там около 10 или 15 долларов. Вот она подключена через USB. Это я уже смотал, потому что часто приходится ее дергать, чтобы не разломать разъемы. Вот приставка, которую мы прошивали. Вот здесь она загружается уже как Android TV. И вот мы видим, приставка загрузилась. Попробуем настроить. Вот таким вот образом теперь выглядит меню у этой приставки. Все отлично. Пробуем запустить что-нибудь. Все работает.